Отныне полицейским разрешено стрелять по камнеметателям. Кабмин Израиля одобрил предложение главы правительства по ужесточению мер по борьбе с людьми, которые забрасывают окружающих камнями и бутылками с зажигательной смесью. Теперь правоохранители могут использовать малокалиберные винтовки против них. Кроме того, изменена инструкция по открытию огня. Если раньше силовикам разрешалось открывать огонь только в случае реальной угрозы для своей жизни, то теперь им позволяется атаковать, если действия нарушителей порядка представляют опасность для других людей. Попадают под эту норму также несовершеннолетние, ужесточено и наказание. Оно составит от 4 до 20 лет лишения свободы. По сведениям стражи порядка, в прошлом году на территории Израиля было зарегистрировано 19 тысяч нападений с применением камней.